Но вы гражданин Казахстана, это так? Да. Да. Вы владеете казахским языком? Нет. Нет? Но вы живете в Казахстане. Конечно. И не владеете языком страны, в которой живете? Нет. А почему? Не имею необходимости. Понятно. Нет нужды знать язык страны, в которой вы живете? Нет, абсолютно. Это не пойдет на пользу Казахстану, поверьте. То, что вы угрожаете Казахстану? Казахстанские могут выучить казахский язык. Зачем? Знать язык этой страны. Нет. По какому закону я обязан? Если придут зеленые человечки, российские, как пришли в Крым, и проведут у вас референдум присоединению части Казахстана, где вы живете, к Российской Федерации, как вы проголосуете? Многие голосуют за. А вы лично как проголосуете? Я проголосую за. Вот, видите?